Перед нами музей «Город на реке». Экспозиция музея раскрывает тему истории города Спасска, позже переименованного в Куйбышев, а потом Болгар. Экспонаты, расположенные в музее, рассказывают о развитии ремесел и промыслов, связанных с рекой. Выйдя на улицу, повернув направо, вы выйдете к музею Абдулы Алиша и далее к музею Болгарское чаепитие. Повернув налево, вы выйдете к музею дворянства Спасского уезда и далее к западным воротам и визит-центру.